Тебе часто приходится выступать и перед президентами, и перед олигархами. Кто из них самый яркий и креативный во время твоих выступлений? Вот чем кто-то запомнился так, что не может забыться? Мне нравился всегда, значит, именно мы говорим про выступления, потому что я не про их жизнь политическую, да. Это общество пусть оценивает. Кравчук, Леонид Макарович, уважаемый, он всегда открывает любые вот такие, открывал любые такие большие, значит, мероприятия. Первый. Всегда первый, потом первый президент. И, значит, и он всегда говорил. Я потом спрашивал, у него самая красивая украинская мова, и это действительно все очень красиво. Ну, вообще красавец. Да, он красавец. Он говорил, мне всегда нравилась вот эта вот фраза, когда он говорит, я дуже вас всех прошу, ну, буквально 5 хвилин, дуже багато людей, дуже багато тостів, будь ласка. Он все это говорил и начинал свой тост вещать минут на 15. Но это было всегда очень красиво.